участвую. Ну, во-первых, потому что выбрали, ну, это типа не главное. На самом деле участвую для того, то, что в этот момент я понял то, что это мое. На самом деле до этого я сомневался, та ли это профессия, моя ли это профессия. Но проходя сейчас вот эти этапы, я понял, что все-таки это правильный выбор. И, скорее всего, я буду... Ну, я думаю, до конца работать именно в этой профессии. В основном проходили фейды, но последний день был просто бомба. Очень много информации, и это было очень продуктивно. Я очень много для себя почерпнул. У меня никогда нет чувства, что я все знаю. Я всегда где-то стараюсь найти что-то новое и подчеркнуть для себя. Я не думаю, кто будет победителем, кто не будет победителем. Я думаю, что я должен брать то, что мне нужно, и делать то, что мне хочется, и дальше уже время покажет. Я так думаю. Это не важно для меня. Я вижу цель, я вижу, что мне нравится, чем я занимаюсь. Пока что это достаточно. Я буду сразу думать, что он, и буду делать то, что я смогу. А там уже понятно будет, кто. Но не надо думать, что это я. Я уверен, да. Но я буду думать, что это он, и буду делать то, что я смогу, то, что я умею делать, в чем я уверен. Все сделаю. Но пусть будет он. Как бы я так буду. Как сказал Джош, лимит по отсеву закончился, но тем не менее за ним остается право отчислить кого-то, если ты что-то сделаешь не так или, может быть, пойдешь в другом направлении, отличном от направления, в котором двигаемся мы с командой вместе. Вот это я затрудняюсь. Скорее всего, нет. Мне кажется, это будет что-то из разряда «победила дружба». То есть мы же проходим обучение командной работе, потому что один в поле не воин. То есть если ты хочешь сделать что-то масштабное, глобальное, нести пользу людям в виде образования и делать его действительно качественно, то есть не просто для того, чтобы выйти и покривляться на сцене, а чтобы люди унесли что-то, чтобы люди вдохновились тобой, то вся эта работа делается только командой. Поэтому я не думаю, что будет какой-то один победитель. Победит именно команда, которая дойдет до конца. И это мы единственное, что мы сможем показать и доказать людям в дальнейшем своими практическими занятиями и семинарами, чтобы люди уже чувствовали разницу и видели совершенно другой подход именно к образованию барберскому, парикмахерскому, нежели это было ранее. Вот в чем победа, я считаю, будет. На самом деле у нас было совершенно не так, потому что у нас каждый думал, что он хуже всех. Мы потом общались с ребятами, потому что когда ты сдаешь экзамен именно в плане практики, ты, ну, во-первых, ты нервничаешь, ты переживаешь. Это совершенно отличается от того, как ты делаешь просто практическую отработку после какого-то семинара. Почему? Да, потому что к тебе не подходит преподаватель, не подсказывает ничего, ты не можешь ничего спросить, у тебя ограниченное время, то есть ты находишься в жестких условиях и в сдавленных рамках. Преподаватель подходит и очень хитро смотрит на то, как ты работаешь, и по его взгляду ты не можешь понимать, может, я что-то делаю не так, или, может быть, я делаю, наоборот, все правильно, или как мне, может быть... То есть это идет психологическое давление, поэтому работы на экзамене, они всегда хуже, нежели работы в повседневной жизни, когда ты в комфортных условиях находишься, постоянным клиентом, ты разговариваешь с ним и так далее. Здесь именно был такой момент, что после экзамена мы с ребятами смотрели друг на друга, и каждый сказал, я хуже всех, я хуже всех. Вот как это было.
не то что готов, я его жду с нетерпением, потому что это действительно что-то необычное. Это непростое обучение, непростой курс какой-то стандартный. Да, вот оттяжки, вот стрижки. Нет, здесь работа с психологией, работа с командой. Вот что ценно. Поэтому третий курс, я не то чтобы к нему готов, я его очень жду. Скорее бы уже третий этап. Это 100% мои коллеги. Я с ними до конца. Любой из нас. Ну, это, надеюсь, что это я, но если... я расстроюсь. Я расстроюсь очень сильно, если это буду не я. Но я надеюсь, что мы все будем, чтобы никого не обидеть. У них очень правильный подход именно преподавания. Я нигде не встречал именно таких учителей, преподавателей, которые именно так позиционируют себя и настолько мощно выдают свою информацию. И это очень вдохновляет на еще больше рост. Я много где был, на многих обучениях, но это вышка. 100%. What I liked about Artesh is that his approach was very friendly. He was always smiling. It was really, really beautiful to see. He looked like he was enjoying himself. He looked really happy. Did you feel that? Did you feel that? I loved looking at him just because he looked so happy. He looked like he was cutting hair like a wizard. Yeah, it looked really nice. Они мои братья, друзья и сестры. Я их всех люблю, и я очень горд, что с ними рядом стою, и я у них тоже учусь. Все победят. Это команда. Выиграет команда. И я считаю, что многие из них, которые сейчас выбыли, были даже сильнее, возможно, меня. И это достаточно субъективно оценивать. И я не люблю конкурсные вот этой сферы, потому что нужно... Ну, это субъективно всегда. Я всех ребят, которые не прошли дальше, ценю. И у них тоже много чего подчеркивал для себя. Если я до последнего этапа пойму, что я получил все, что мне хватило, мне шильдинг победителя не важен. Может, для кого-то это важно, чтобы он вышел отсюда с названием победителя, и он к этому идет. Мне больше важен сам процесс и знания, которые я получаю. А что там в конце дадут, это мне не принципиально не важно. Now it's time to wrap it up. We've just finished the Educator Training Day. And so the end of the day has been really intense. All of the guys are tired but inspired. Let's see how this goes. Okay, well done, guys. How does that wrap up go?